Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами провяжем очень интересный фанговый образец. Такие вот интересные квадратики, цветочки по кругу. Для работы нам нужна линейка 3 к 1, 3 работают, 3 в переднем рабочем положении, и обычная линейка, которая будет выставлять все иглы в рабочее положение. Так, берем рисунок. Количество игл должно быть кратно 3, потому что у нас 3 на 3 такой рисунок. Он может быть и больше, может быть и меньше. Нет такой линейки, пользуйтесь другой. Принцип рисунка от этого не изменится. По 2 краевые с каждой стороны в рисунке участие не принимают, хотя в принципе можно их и не оставлять. Я оставляла 3 иглы, среднее нерабочее положение. Крайние не трогаем. Они у нас все время работают. И 4 ряда. Если машина не провязывает 4, ну, вяжите 2, либо нужно хорошую оттяжку. Все в рабочее положение. Или у вас рычаги забирают, или руками. Смотрите, будете ли вы пользоваться рычагами, потому что при таких рисунках вам постоянно надо будет включать и выключать рычаги. Во-первых, это портит каретку, а во-вторых, вы можете когда-нибудь забыть отключить рычаг, и вам придется руками перевязывать весь ряд. Поэтому, когда мы вяжем такие вот рисунки, лучше отключать рычаги, вводящие иглы в рабочее положение, и делать все руками при помощи обычных линеек. 2 ряда. Теперь те же самые иголки мы опять в переднее нерабочее положение ставим. Те же самые. По 2 раза. По 2 фазы таких делаем. 4 ряда. В рабочее положение все иглы. Опять повторюсь, смотрите, насколько вам жалко свою машинку. Постоянно дергайте ее рычаги. 2 ряда основной нити. Выставляем переднее рабочее положение. Следующие 3 иглы. Те, которые у меня только что не работали, будут работать. И точно так же 2 фазы провязываем. То есть, видите, у меня протяжка, протяжка. Следующая пара протяжка, протяжка. Вот так, такой эффект у нас получается, если мы 2 раза провязываем на одних иголках, потом меняем, 2 раза провязываем на других иголках. Рисунок несложный, но очень симпатичный. И как любой фанк, он красив и с лица, и с изнанки.